вас вышел фильм «Путь Феникса». Расскажите, как пришла эта идея? Это была идея наших партнеров МТС Лайв и Киона, которые, честно, ребята пришли и такие: мы будем за тобой ходить и снимать фильм. Я в целом не очень такой социальный человек в реальной жизни, но не всегда. То есть вы меня видите одной, да, я делаю то, что я делаю от души, но в моменте моей жизни, где за мной кто-то ходит и все время внедряется в что-то личное, вы знаете, ну, очень хорошо, да, что я не делюсь очень личными моментами, я всегда открыто могу поговорить на любую тему, но вот чтобы кто-то ходил за мной и вот что-то, знаете, вот прям вообще, вот вообще всегда был со мной в любые мои моменты, где там тунец свой ем из баночки, я думаю, вы это заметили, смешно, либо там как-то участвовала в моей личной жизни, для меня это, ну, такой запрет, и мне очень комфортно, когда люди не участвуют в том, где я себя наполняю. Пора, даже тунцом я себя наполняю, знаете, это только мое, Олежки там, да, и моей команды. Вот, но я согласилась, я знала, для чего я это делаю, мне очень хотелось, чтобы люди, потому что я слышу всегда очень, знаете, противоречивые истории обо мне, и мне хотелось бы, чтобы люди со мной познакомились по-настоящему, потому что мне захотелось, чтобы на меня не смотрели, вот, знаете, как на женщину, которая чего-то добилась, стала суперзвездой, и как будто бы я на них свысока смотрю. Я хотела, чтобы они видели, что я абсолютно такой же человек, как и каждый из них, что мне также не чужды какие-то расстройства, да, переживания. Я же говорю, тот же тунец из банки есть, и вообще не стесняться, и что я обычный человек, могу расстраиваться и могу быть там не накрашенной, сомневаться в себе.